Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. У спуска с набережной Грина построят жилой дом. Разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу Спасская, 5, появилось на сайте городской администрации, пишет портал Роснет.ру. Здание будет трехэтажным. Участок, где будет вестись строительство, располагается непосредственно у лестницы, которая ведет с набережной Грина вниз к Трифонову монастырю. В обосновывающих материалах отмечается, что новое здание не заслонит выше расположенную застройку. Дайджест недвижимости. В области остается 40 обманутых дольщиков. Об этом доложил исполняющий обязанности главы областного департамента строительства и архитектуры Владимир Богомолов. При этом, по словам чиновника, в правительстве продолжают принимать заявления граждан. Работа по обманутым дольщикам в регионе ведется с 2012 года. За это время помощь была оказана 700 гражданам, введены в эксплуатацию 17 домов. Дайджест недвижимости. Город нашел подрядчика для строительства детского сада в Ганино. Возведением дошкольного учреждения займется компания «Альфа-Строй», сообщает пресс-служба горадминистрации. Детский сад будет построен по адресу Молчановская, 9. Ранее, напомню, были определены подрядные организации для строительства детских садов в микрорайонах Долгушино и Урванцево. Строительство детского сада в Долгушино осуществляет ОАО «КЧУС», а в микрорайоне Урванцево – Кировский ССК. Все три объекта должны быть введены в эксплуатацию к концу декабря этого года. Дайджест недвижимости. Ценам на недвижимость. Квадратный метр на вторичном рынке в Кирове в июне в среднем обходился в 49,5 тысяч рублей. Рост цены за месяц составил 1,5%. С начала года показатель снизился на 3,35%. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.